Гражданин России был на борту вертолета Ми-17, который после жесткой посадки в Афганистане захватили талибы. Это подтвердили нашему телеканалу в холдинге «Вертолеты России». Машина принадлежала Пакистану и направлялась в нашу страну на ремонт. На борту находились пилоты, граждане Пакистана и наш соотечественник, штурман. Всего, по разным данным, 6 или 7 человек. Из-за технических проблем пришлось садиться в горах, которые контролируют боевики. О том, что экипаж сейчас у них в плену, передает и РИА Новости. При этом агентство отмечает, что люди живы. Судьбу россиянина выясняют сотрудники нашего посольства в Кабуле.